Скажем, замене. Кулак по варам. У нас медведа ежи в примаре. Почему-то. Он с самого начала рейда в группе находится. Почему он в Варгре? Кровавый взор. Выходи, вот портал есть. Тебя на замену отправили. В Доваране. Все, все тут. Я в Доваране. Ну, следующий мне очень нужен босс. Да-да-да, все нормально. Алоэ, ты держишь Каратроса вместе с Шаркисом. Медведа Ёж, ты держишь шамана у прохода. Луцин, ты держишь приста, потом забираешь на себя ханта. Пет Хантовский где? Войду, чё, в сове. Тоже можешь на себе держать. Да, войд в сове. Все сапрот пьют. Мерчи на пул. Просто отец хил, две даёжи на шамане. А, все, лапку дали, готов. Че, 30 секунд, 10, 20 секунд. Готов, Войт? Поставьте на лед кто-то тотем. Сейчас 5 секунд еще. Ресторов. Готов, крепишь. Дайте, чай меня аж будет роскошь. Все, меня сложило. Снимите алоэ. Быстрее. Лесу. Вставай. Вставай, вставай. Для меня вообще не хилит. Все, падаем. Один босс мне. Падать и выйдет можно. В чем проблема? Почему танк упал? Хилы хотят ГП. А кто на алоэ стоял? Назначается один хил на танка, который у прохода. Остальные хилы должны как-то мозгами своими шевелить. Полученное исцеление. Гея, полное исцеление. Ну вот, полученное исцеление. Тут как бы надо вдвоем крепко хилить танка, если он стоит на боссе. Вот. Или... Или Луциня ставить на вот этого. А чтобы Лой вытягивал, проще будет. Ты бинтами хилил его, что ли? Тут хпал нужен, на самом деле. Без хпала все проходилось всегда. Да. Проблем с этим не было. Ну, ладно. Так, надо хилить алоэ, да? Хорошо. Ты не зыбку с пула отдавай, чтоб хилы... У тебя не лагает, у тебя нормально все? Нормально. Я так две незыбы, ой, две ЛПшки дал загреть и все. Там захила походу вообще не было. И снова верчи на пул. И сейчас 4 хила уронят танка, 4 получат ГП по 100. Дайте крик кто-нибудь пары, чтобы ХП побольше. Все, лапы бахнет. Ща припот еще год, ну. Инту можно тогда. Щитки раскидываю. Давай, нахуй. Нямка, поставь еще на лед тотем. Я поставил, поставил. Первый. Леру. Татаев.
А, ты забирай. Тебе же легче будет. Иннеры ПДЦ дайте. Дай мне тотем поставлю. Не даешь, блядь. Чё ты водишь его, зачем? Он меня отталкивает. Всё, поехали шамана. Покидайте ДК-шную лужу. Если есть. Можно спиной его повернуть? Лоя, поверни его сюда. Ладно. Thank you.
Вага, магские мне кинь. Было потно. Блин, а Дон не включил. Че вот этого босса типа спиной к миликам нельзя, да, держать? Можно. От танка зависит. Блин, шейх, Эдвар, шапку ты забираешь, да? Нет, шапку забирает Хант, новенький. Алятка? Да. Ну, держи, дарк-схемарист. Вдруг потом он нам Келя будет танчить. Ага, парирование щитом. А он без напула не создаст так гроз только. Ты плохо знаешь локов. У него там есть скилл, который просто катастрофически агро повышает. И не помню, как-то жгучая боль. Да, жгучая боль. Типа просто она очень сильно агро повышает. Типа посмотрю, какой он нормального фажерста. Не, я ж не против, просто за шмотки нужно собирать с уклоном, а не с блоком щита. Уклон, броня. Чешку. Ну хули нет. Так, волноступ. Кому не нужен, чтобы Редвар зашел? Да он тут ничего не заберет, смысл ему заходить. Там Роба же хочет кровавый забрать. А, Роба. Пускай дамажит. Да, вот тебе приор маленький. Короче, скоро Элемы начнутся жаловаться, потому что нету демона. Так, блядь, второй рейд, нет демона. Ну что ты свою лужу не кидаешь? Два вопроса, по какой причине саппорт не был выпит на двух игроках? Ники называть не буду. Дать фридом. Даркес, на тебе висит какой-то убогий настой. Если я говорю сопрот и пьют все, значит пьют все. А что у кого, какие сопроты, мне вот это вот доебение фи... Значит так, в следующий раз... Кто будет не пить сопрот или будет его перепивать на этом боссе, отхватит двойной ГП сразу. Это уже крайнее предупреждение. Блять, Рок, угомонись, мне 8000 давали ГП, и чё, ты заебал вот серьезно с 1000. Пожалуйста. Тысячу ему дали не за сопрот, а за то, что он на пуле леча сдох. То, что вам сейчас дают, это вы вообще на рассосе, я тебе честно говорю. Это когда он на лече просто подошел в лицо леча? Да. Просто на момент активации стал рядом с ним и умер. Было такое. Видите того мыла? Спасибо.
нахуя, ебать, доставщик пиццы, блядь, в маске тренировочка, блядь, я бегаю, блядь. Надеюсь, видос, где там челик-доставщик тоже какой-то из лифта такой высунулся, никого нету, там попшикал на звонок, эту сумку поставил. Не, а этот понял, вот в этой маске, блядь, для бега. Ну, и, блядь, свет у него, короче, перчатки, я хуй знает, блядь. Да не, в Москве-то жуть, там что-то... Да в какой, я в Саратове живу, тут люди вон бухают куда окно стоят, всем похуй. Типа в Владивостоке тоже мало чего изменилось. Да вы идете. Ну молодцы. Просто, правда. Просто отец ГП. Как... Че, выйдет? Не выйдет. Не выйдется, этот босс не выйдется. А как он согрелся? Держи босса где-нибудь в сторонке, трэш пока побьется. Потому что весь рейд прется за танк. Зачем он это делает, я не знаю. Это танк какой-то, который живой еще. Отверните босса отсюда. Сейчас он кастрюлит. Типа бьем что ли? Смысл? Босс сказали же. Половина рейда столько падает. Дайте диван кому-нибудь проходим. Скорее. Трэш можно было побить, да? И там блоки выходят. Босс же не пулится, если там какого-то малого сагрить, по-моему. Да нет, просто отец сейчас шел передо мной и попрыгал рядом с боссом, молодец. Прям через босса, что ли, шел? Ну, он очень близко к нему шел. Всегда один босс остается, полностью трэш чистится, малых никаких. Знаешь, что там есть какой-то опасный моб, которого может, можно вместе с боссом сагрить. Поэтому, типа, его... А на этом же боссе на ДД флажку уже можно пить, да? Пидорас. Можно. Женёк. Вот он прошел два круга, не сагрился. На третий пошел и сагрился. Ну, Женек, ты тут? Все в мут кинули Женька уже, да? Не, он прикольный. Ну, слушай, как он про Т5 спрашивает. Он постоянно забирает. Я вообще русал. Сидит на активации. Блядь. Да потому что я никогда не ставлю на кнопку микрофон. Я его включаю. Это очень хуёво. Вот есть такая... Это заебись. Когда нажимаешь кнопку, сбивается ротация и невозможно дамажить. Ну, блядь. Ты пиздить, когда дамажишь. Сбивается. Есть хороший микрофон, который посторонние шумы слышно не будет. Либо чувствительность настрой, чтобы он на голос реагировал не так живо, как у тебя стоит. Бафер обновляем, продолжаем чистить трэш. Засумайте танк. Я уже рез от тебя подходил, а ты встал. Пиздец. В бою там или где? Я в бою. Уже трэш чищу. Thank you.
Да там останьтесь. Я вам привет. Если что, я, короче, тут, я пойду постреляю, пока они, если нужно будет, скрикнись. Давай, разговаривай. Вроде все. Алоэ на боссе, медведи на трэше. Обновляйте бафы пулями. Касочку. Рычи на пул. Касочку. Женек. Перекура не было, Женек, что с тобой? Прикольно ставить перед боссом. Надо ГП сразу. Не-не, много, соточку надо было. Давай-ка соточку, не 250. Я никого не вайпнул, блядь. Сам сдох, сам встал. А может, ты не орите, вам же сняли 150. Флуды, остановите. У нас полбосса. Thank you.
Тренерочек по гейскому шаману, только один какой-нибудь. Все, хватит, спасибо, хватит, больше не надо. Кровавый взор, ты можешь забыть кнопку в спека. Только за ГП. Я уже это объяснял. Лоу. Там не повезло ему. Ему нужна твинка, типа, в первой роли. Там уже было меч охуенно быстро бегаю и так. Нага это сила. Походу теперь мой любимый класс Нага, не Андед, блядь. То есть трасса, да? Кроме как бы за себе, блин, бесполезный просто. На туре. Еще бешеных каких не было. И на песне войны. Песня войны, а где? Низина. Да. А если Нага еще и ДК, то вообще бесполезно. Это плохое. Ну этот, коронавирус. Ты заразить меня хочешь? Нет, я не заражен, блядь. Так-то я здоров. Это Риня на успех, что ли, ушла? Нет, после меня кровавого взора я сейчас гляну на одном боссе и отдам ему. Он второй приору после меня.
знаю, говно три. Там Драгон напевал, что если я на работе одену, у меня будет больше ДП, чем есть. На удивление, видео, кстати, нескольких варов с ней. Но это хорошая триня. Это при очень хорошем капе хосты, по идее, даже ну, нужно ее носить. Плохой, что ли? Коронавирусный. Не видел. Ну вот он, вирус. Там же по твоему типа бису как сова, раз она нашла. Да. Просто отец сейчас может закрыть. Придется бежать, пока не наберем рейндж. Ёпта, ты откуда чума-то, блядь? Ну, ты видишь? От доставщика. Пиздец, я бот стоял, бил на мне её небо. А ты скачай Вуду. Скачай Вуду и смотри туда, и поймешь все. Ну, кстати, в хиллботе не показывается. Там прописать можно, наверное. Сейчас лучше будет. Хант любой можешь завейдить. А если не сложно, линкните, пожалуйста, фулл ДПС с последнего босса. Ну или последняя позиция, пожалуйста. Зачем тебе последняя позиция? Мне надо кое-что узнать. Этих чистим. Давайте босса. Трэш, вернее. Последнего элема, да, и выйдете. Может, ханты не знают, как? Загрить и притвориться мертвым. Там рога еще может. Рога, Элрей, пошли, этот самый, кинешь метательно и ванишь за юзер. Блять, сейчас бы еще метательное вытаскивать на панель. Ну, что-нибудь там, не знаю. Только рядом не должно быть никого. Будет. Он от тебя сагрится. А ну, кыш. На последнего, который... Да, выходит, вон да? Охотник идет. Следующий выходит, что не сразу. Герета, левые эти, блядь. Геру говорят, давайте хилы, я не... Давай. Топ. Го пока сзади трэш убьем, чтобы выйдет. Чё выйдет? Ну, мало ли. Сейчас по старинке-то придется бить, приводить, все дела. Блядь. Чё, сложно что-то? Ну, как бы не сложно, но как показывает практика, кому-то сложно. Там просто ДПС трешно, типа быстро трешить и все. До 300. Так, отвожу. Тотемы уберите. Он на лужу загрет. Без. А нет. Без. Блять, у меня опять все лагает, нахуй. На боссе алоэ на трэше медведя. Рче на баф и пул. Рыбка была? А, вот стоит. Сейчас, секунду. Проняга.